В Шымкенте вновь зарегистрирована сибирская язва. Заболели сразу четверо жителей населенного пункта Жидели после контакта с мясом больной лошади. В город его привезли из Сайрамского района Туркестанской области, сообщили в департаменте санэпидконтроля. Опасный продукт задешево купили сразу 15 семей. Уже через несколько дней на коже четверых горожан появились язвы. Их срочно госпитализировали и начали лечение. Были обследованы все контактные лица. Специалисты отмечают, что в этом году динамика заболеваемости сибирской язвой не радует. Эпидситуация остается неблагополучной. За 10 месяцев 6 случаев заражения. Туркестанская область тоже по своей линии проводила мероприятие в этом очаге, в село Энтымах, где забивали вот, лошадь. И также, где покупали мясо, в село Жидели наши, значит, специалисты совместно с ветеринарными специалистами проводили противоэпидемические мероприятия. То есть определили круг контактных, которые употребляли это мясо, кто значит, разделывал мясо. Всего у нас 133 человека контактные было, они все были под медицинским наблюдением и все получили антибиотиколечение.